Военному институту телекоммуникации присвоено имя героев Крут. Такое решение Петр Порошенко принял к 100-й годовщине исторических событий под Крутами. Президент отметил, что за годы независимости в институте подготовлено более 5000 высококлассных специалистов для ВСУ и силовых структур. Події в Крутах вперше явили жахливу правду про комунізм і соціалізм. Це докір нашим демократам, роз'єднанням, непоступливим, осліпим по партійних хуторах та хуторцях. Це пересторога тим, хто нині впритул не бачить загрози реваншу.